Полицейские спасли от огня беременную женщину и ребенка. ЧП произошло сегодня во время патрулирования. Сотрудники Аксайского отдела полиции заметили на одной из улиц возгорание и бросились на место пожара. До прибытия пожарной бригады и скорой медицинской помощи они вывели из горящего дома 5 человек. Как позже выяснилось, среди спасенных были ребенок и беременная женщина. Сегодня, 31 мая, примерно в 10:23 часа, при патрулировании на закрепленной территории сотрудники экипажа «Буран-5» Аксайского отдела полиции на одной из улиц заметили, что горит дом, и бросились на помощь. Члены экипажа, капитан полиции Тастыбаев Пахатчан и старший лейтенант полиции Куанш Адлет незамедлительно разбили окно и проникли в дом. До приезда сотрудников скорой помощи, пожарной службы, полицейские эвакуировали людей в безопасное место.